Доброе утро, друзья. Рассвет. Солнце вышло минут 10 назад. И этот рассвет мы встречаем в пути, в дороге. Мы едем снова на рыбалку, на озеро Иткуль. Золотая осень. Смотрите, какая красота. Мы уже в Челябинской области, за Полдневой. Сегодня выехали немножко пораньше. Вот оно, солнце. Прошло несколько минут, и мы уже на Иткуле. Никого здесь нет. Утро понедельника, ни одной лодки не вижу. Вон одинокая ворона на камне сидит и орёт. Единственный, кто нас здесь сегодня встретил. Мы на воде, прогреваем мотор. Сейчас поплывем в точку лова. Сегодня не горцуем, точку лова подходим тихонько, не пугаем чебаков, не пугаем окуней. Девять утра, пытаемся ловить, пока ни одной поклевки. Что за чудеса? То ли место неправильное, то ли время еще не то. Будем ждать, будем искать. В прошлый раз тоже как-то не сразу началось. Может быть, в конце сентября попозже начинается клев. Ну все, друзья, мы пришли на берег. Пришли к берегу, уже сдули лодку. Загрузили в машину мотор. Не клюет сегодня. Поменяли 5 мест. Клев плохой. Два каких-то глупых окуня среднего размера клюнуло, и это было все. Пробовал спиннинг кидать, перепробовал несколько наживок со дна, всякие блесны, вертушки, силикон загруженный, ничего не помогает. Клева нет. Еще две лодки ушло после нас туда, в акваторию. Вот машина стоит с прицепом, это одна из них, и еще один мужик.
Ну, если дождемся, пока будем обедать, вернутся, расскажут, как у них сегодня удача рыбацкая. А мы начинаем готовить обед и будем кушать, отдыхать, пить чай и отчаливать. К обеду опять ветерок поднялся, где-то 5-6 метров в секунду. Волна. А мы давно на берегу. Мы уже даже отобедали. Мы уже даже сложились. И готовы ехать в обратный путь. Но не спешим. Мы движемся в обратном направлении. Погода 22 градуса тепла. Солнышко. Золотая осень. Доехали до поворота на Верхний Уфалей. Сделали небольшую остановку. Едем дальше.